Ребята, всем большой приветик! С вами по-прежнему Овер, и мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Happy Wheels. Друзья, я приготовил для вас сегодня очень много классных, интересных и прикольных уровней. Я думаю, что сегодня у нас будет невероятный пот, поэтому поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. И первый уровень, который мы вместе с вами будем проходить, это у нас вот такой вот Pogo Fight, друзья. Ну что, полетели. Малого перелетел, мужичка перелетел, пока что все у нас отлично. Так, прыгаем дальше. Хорошо, мужичка, отлично, в голову деду. Ха, вот это четко. Бабка, полетела у нас бабка, ребят, дальше, хорошо. Вау, тут у нас мины, друзья, нужно быть аккуратными. Хорошо, у нас там снизу лежат мины, ребят. Я не знаю, это прям дополнительная, слушайте, сложность такая. Но, в принципе, они нам особо не мешают, ребят. Мы их, если трогать не будем, то логично и взрываться, ребят. Тоже мы не будем. Ладно, перелетел, хорошо. А еще девчонка, друзья, там у нас сидит. Смотрите, как высоко она там находится. Да, ее я сбил и получил по башке, друзья. Получил по башке топором. Вот это немножко обидно, ребят, было, потому что я думал, ну все, что там осталось, совсем немножко, наверное. Ладно. Вы такое когда-нибудь видели, друзья? Я не видел. Но это было жестко. Ладно, окей, еще разочек полетел. Так, и вот здесь, ребят, мы тоже бамс, полетели. Отлично, просто шикарно. Прыгаем дальше. Хорошо. Так, тихо, где у нас мины? А, мины у нас дальше, они идут после бабки. Окей, бабка! Ху-ху! Опасно было, опасно. Еще бы немножко, и вот в этот я топор бы, в этот нож я врезался бы. Окей, так, мужичок, тут у нас мина. А что будет, если бабку в мину, ребят, запихнуть? Давайте посмотрим. Я надеюсь, мы не умрем, но посмотрим, ребят. Бабка, мина. Бабка, мина, бабка против мины, мина против бабки, кто кого? Ну, походу, ребят, все, она там застряла, она слишком большая для этого проема. Хорошо, мужичок, получай, тихо, там мина, фух, пронесло, друзья. Так, еще одного мужика я перекинул. Хорошо, осталось самому только перелететь, и вот эта девчонка, и, кстати, это еще не все, там дальше, друзья, тоже у нас кто-то есть. Так, аккуратно, подвинулся бы этот мужик, он подвинулся, и кстати, ха, вот это четко, а, правда, я без ног, а вот это уже не четко, друзья, вот это очень плохо, мы не сможем, короче, перелететь эту высокую преграду, или сможем? Нет, походу, друзья, все, придется делать рестарт, да ё-моё, просто взрывной волной меня мина, ребят, убила, это, конечно, обидно, ну как убила, ноги оторвала, ну считайте, что убила, потому что пришлось сделать рестарт, друзья. Ну, слушайте, невероятно потный Pogo Fight, ребята, вот, сколько мы уже попыточек сделали, да, а я даже еще финиш не видел. То есть еще не все препятствия, ребят, дальше, которые у нас будут, я выучил. Пока что да. Вот здесь вот несложно. Как только мы доходим до той бабы, которая висит очень высоко, вот там у нас начинаются, друзья, прям настоящие приключения. Так, получай, мужик. Неплохо моего, друзья, да? По-моему, неплохо. И почему-то мина не активировалась. Ну, конечно, вот как только я сейчас сюда приду, она активируется. Все понятно. Да, обидно даже, друзья, немножко, потому что как-то вот игра прям настроена против меня. Вот эти мины взрываются в тот момент, когда я к ним приближаюсь. Вот почему? Там была нога, оно могло все взорваться, но нет. Только когда я туда прилетел, оно все взорвалось. Конечно! Вот так вот. Ну, ладно, ребят, я надеюсь, что мы все-таки пройдем этот Pogo Fight. Ну, уж очень хотелось бы. Отлично. Так, перелетели мужика. Так, отлично. Там мины, там у нас топоры, у нас все взрывается. Все, минус две мины, ребят. Отлично, у нас есть все шансы пройти. Две мины у нас активировалось, это круто. То есть, в принципе, нам нужно только эту бабу вот так вот откинуть. Хорошо, дальше у нас мины нет, но там сидит мужичок. Его я откинул, ребят. Дальше надо просто вот так перелететь. Хорошо, а теперь тут топор, друзья, нам мешает. Нам нужно снизу вот так. Ну, тут топор, но можно вот так вот пропрыгать через него. И что, мы финишируем или нет? Ребят? Да, мы финишировали, отлично. Слушайте, вот такой вот плотный Pogo Fight. Окей, 5 звездочек, погнали к следующему уровню. А этот уровень называется Bottle Run Boss. Поехали, друзья, очень много бутылок. Офигеть! Офигеть, как много бутылок. Ускоряшки какие-то я перелетаю. Куда-то еще перелетел куда-то. И приехал на финиш. Офигенно, нестандартный, друзья, у нас вообще прям Bottle Run, вот это клево. Окей, погнали дальше. Ну и, конечно, друзья, Rope Swing, полетели, зацепились, полетели дальше. Воу, елочки, классно, елочки, иголочки, но я, по-моему, ребят, застрял, и нам ничего не остается, как сделать рестарт. Или нет, или мы все-таки выкарабкаемся из этой ловушки. Смотрите, я вот так нажимаю, друзья.
Ну нет, ладно, давайте рестарт сделаем. Это было очень долго, если бы мы так выбирались, друзья. Лучше вот сделать рестарт, потерять ногу, но, возможно, мы пройдем, ребят. Слушайте, нога не руки, она, в принципе, на погу-файте, точнее, на роб-свинге не нужна. Мы за какую-то планету зацепились, нам что, вниз? Я думал, она крутится. А нам, правда, вниз, и мы поехали, и тут вин. Да, друзья, то есть без ноги все, изи, можно пройти. Окей, погнали, посмотрим на следующий уровень. А этот уровень называется тролль, друзья. То есть нас будет сейчас этот уровень обманывать очень жестко. Добро пожаловать на тролль уровень. Хорошо, спасибо. Поехали, друзья, Bottle Run. А это у нас не Bottle Run, это не финиш, потому что это все тролль. И смотрите, ребят, налево поедем смерть, прямо поедем финиш. Но так как это тролль уровень, предлагаю поехать смерть. Надеюсь, у нас все получится. Да, друзья, нормально. Смотрите, монетка у нас слева, но это опять же тролль уровень, друзья, поэтому едем прямо, хорошо. Сейв, это, наверное, опасная зона, а денджер, ну я не знаю, само, ребят, что-то у нас произошло. В общем, мы проезжаем дальше, повезло нам, друзья, я хотел бы встать в денджер, если честно. Опять у нас финиш, не финиш, друзья, везде нас обманывают, везде пытаются нас обмануть. Эпик джамп! Фух, перелетел, ребят. Ха, отлично, ну слушайте, интересно, интересно, но я разгадал, да блин, фух, я разгадал, друзья, да, с первого раза все эти тролль-ловушки и ехал именно туда, куда надо было ехать, хотя по логике, друзья, там было очень опасно, но это тролль, поэтому все клево. Окей, погнали, посмотрим, что я приготовил для вас еще такого интересного. Так, друзья, приготовил я для вас прикольный уровень, я думал, что здесь на самом деле будет что-то связано с роб-свингом или с велосипедом, но здесь у нас пого, друзья. Мы прыгаем, и походу мы прыгаем по какой-то фабрике, друзья, вот такой типа пого-джамп у нас, что-то типа такого. Ладно, давайте попробуем пройти, вот тут нам надо быстрее перелезть, меня прессом придавило, господи. Да, вот это было интересно, ребят, вот это было бы прям четко, хорошо, давайте мы попробуем, знаете, как типа вот в ниндзя мы вот так вот перепрыгиваем быстро, да, вот так вот и надо было. Так, здесь походу нам, ребят, наверх. Е-бой, хорошо, перелетели. Реально какая-то фабрика, друзья. Все в таких механизмах, колесах непонятных. Так, прыгаем дальше. Красная зона какая-то, я на всякий случай побыстрее, ребят. Да, нифига, там вон эти шипы опустились. Тут у нас, ага, вот такой вот типа челлендж, друзья. От стеночки оттолкнуться. Но, в принципе, это не сложно же, да? По-моему, друзья, это не сложно, ну-ка. Оп, е-бой, хорошо. Дальше теперь сюда полетим. Что я сделал, господи. Боже мой, ребят, что я просто сотворил? Вот это прикол. Так, ну-ка, ребят, ну это правда несложно. Я же это только что делал. Ладно, смотрите, показываю, ребят, с этой попытки, как настоящий профессионал. Прыгаю и сразу перелетаю. Я хотел сразу перелететь, но ладно, давайте, как от нас требует, ребят, перелетим. Чё за прикол, друзья? Чё за прикол? Оп, хорошо. Все, собрался, прыгнул. Вот так и надо было, ребят. Все понятно, в принципе. Ну да, правда, не сложно, просто надо было поаккуратнее все делать. О, а вот тут опять пресс, друзья, но у нас он большой, поэтому надо быстрее прыгать. Хорошо, пропрыгнул. И что это за чудище, которое гарпунчиком выстрелило? Я в этот момент прыгнул, прям не специально, друзья, просто повезло. Ну ладно, чудище, я тебя не боюсь, поэтому полетел. Ага, так, еще раз, друзья, поэтому... Полетел! И хорошо, и прошел, и мы финишируем. Вот такой вот классный, друзья, уровень. Прикольно, 5 звездочек, оригинально, мне такое нравится. Но это еще не все, погнали к следующему уровню. Итак, друзья, мини-гольф. Ну что, попробуем? 3, 2, 1, изи победа. Нет, я не попал. Ладно, прикольно, давненько мы такое не проходили с вами. О, победа со второго раза. Вот такой вот я гольфист, друзья, прикольный. Но ладненько, погнали дальше. Ну что, друзья, 99% impossible. Смотрите, нам нужно просочиться вниз сквозь вот эти мины все опасные, ребят. И я, по-моему, это... Что? Рука застряла. Вау, там еще и гарпунчик. Что вообще произошло, ребят? Я, кстати, на финише, но, правда, с другой стороны, но я живой, друзья. Блин, если бы я оказался сверху финиша в тот раз, я бы, конечно, прошел. Слушайте, ну интересно, друзья, реально прикольно. Реально прям, я не знаю даже, как это проходить, друзья. Вот как мне в первый раз повезло так? Что вот я в первый раз такое сделал, чтобы пройти? Наверное, ничего, ребят, особого. Так, падаем вниз. Стоять. Хорошо, но там гарпунчик. Что с ним сделать, друзья? Обмануть! Е-бой! В смысле? Ха, я умер, ё-моё! Да, друзья, там еще вот этот гарпун, он, конечно, мешает абсолютно вообще жестко, потому что, в принципе, вот эти мины,
Но это несложно, ребят. Ну, не сложно же. Но мы сколько раз уже были снизу, и все равно нас как бы гарпунчик останавливал. Окей, ребят, все, пробуем. Давайте, собрался. Собрался. Надо как-то обмануть Блин. Каким-то образом, ребят, надо все-таки обмануть этот гарпунчик, да, вот когда мы будем снизу. Так, давайте. Оп. Да блин, ну ё-моё. Ладно, ребят, если честно, я не понимаю, как пройти этот уровень. Я, конечно, буду стараться. Да ё-моё. Я, конечно, буду прям очень стараться, ребята. Потому что хочется пройти, но что-то капец, как это сложно на самом деле. Ну-ка, давай, ножки туда. Ну, прокинь. Хорошо, хорошо. А гарпунчик... И все, прошел, по кайфу, отлично. Ну что ж, друзья, погнали посмотрим на последний уровень, который я приготовил для вас на сегодня. А последний уровень, друзья, у нас Trolls Row. Нам нужно кидать, друзья, и смотрите, как я понял, нас будут обманывать. Да, вот я кидал вин, ребят, но не получилось. Сейчас еще раз кидаю вин, и мячик летит в смерть, и... Фух, ну это тролль, друзья, это тролль, понятно. Хорошо, так, закидываем вин. Ага. А куда надо закинуть? А, вон сзади, ребят, появился знак вопроса. Походу, нам вот туда. Ну-ка, да, я прошел. Вот такой вот тролль-уровень. Ну что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что все уровни вам понравились. Напишите обязательно в комментах, какой уровень понравился больше всего. Не забывайте про лайки, про колокольчики. А на этом я с вами прощаюсь. Всем удачи и пока-пока!